дома. Я не имела права позволить себе ныть на гастролях, потому что мне главное было выступить. Но сейчас могу сказать, что мне плохо, очень болею. Эти глазки какие опухшие. Мяу. Мяу. Какая-то я не сексуальная кошечка, да? Больная кошечка. Вот тот самый случай, когда нужны маски. Потому что такой больной вид. Я жду врача. Буду лечиться. Люблю. Приехал ко мне доктор Айболит. Лечимся, витаминки. Смотрю ТНТ. Наконец-то. Вот телевизор посмотрю. Во всем надо искать плюсы.